Ну, я считаю, конечно, надо развивать это, надо бороться со всякими болезнями, там, изучать, ну, ученые должны заниматься там, генетикой или еще чем-то таким нам непонятным, но на это нужны деньги, и люди, ну, бизнесмены у нас вкладывают в какие-то футбольные клубы и прочие такие вещи, вместо того, что вкладывают в науку. Ну, наверное, да. Нет, это, конечно, очень важно, продление жизни, потому что, во всяком случае, в России не такой уж и долгой продолжительной жизни, поэтому это очень важно, конечно.